Здравствуй, доченька. Любимая доченька, давай обнимемся. Вот вам мои объятия. Взяли уж? Нет, мы сегодня по другому поводу. Или ты уже передумала стать учителем, а? Мама, ты что, договорилась с директором о собеседовании? Лучше! Она договорилась с учителем биологии и перевела мальчиков из 11 Б. Вы хотите, чтобы я провела урок биологии детям? Не-не-не. Скорее всего, урок физиологии. Они уже в зале, ждут тебя и твои молочные железы. Да! Подождите, вы хотите, чтобы я танцевала стриптиз детям? Каким детям? О чем ты говоришь? Это же 11 класс. Вон они по дороге все мои сигареты выкурили. Да. Я раздеваться перед детьми не буду. Пусть мама раздевается. Ты что, хочешь, чтобы дети навсегда разлюбили биологию? И спились? Танцевать перед детьми не буду. Вот что ты за педагог, что даже не можешь раздеться ради детей? Знающий учитель должен снять с себя последнюю рубашку, а ты какой-то лифчик бросить не можешь. Точно. Все. Папа, пошли. Пойдем. Наша дочь никогда не станет учить. Никогда! Ладно. Станцую. Но только ради детей. Только ради детей. Давай. Порви их всех! Браво! Браво, браво! Браво! Это капец! Умничка. Ты что? Дети все в восторге. Они хотят, чтобы ты вела у них все предметы. Кстати, а где те предметы, которые они засовывали тебе в лифчик? Да-да-да. А, ваш гонорар, да? Да. Хорошо. Вот ваш гонорар. Вы что, думаете, я не поняла, зачем вы это все устроили? Конфеты, жвачки, а деньги? Где деньги? А деньги есть у детей, которые учатся в лицее, а не в маминой школе. Извини, это мой прокол. В следующий раз приведу детей-мажоров. Мама, я тебя умоляю, они и так каждую ночь тусуются.